Всем привет! Решил покорять время записать первый видеообзор. Вот сегодня 2 июня, мой третий день пребывания в Канаде. Все четко. Вот сейчас нахожусь у тети Тани дома. Вот. Мне тут очень нравится. Утром был на гараж сейле. Купил себе этот фрисби с логотипом Канады. Чайник в общагу. Чайник за 2 доллара. Фрисби за 25 центов и очки солнцезащитные за доллар. Сейчас покажу. Вот. Остальные подарки посмотрим, когда на фоточках, короче. Вот, мне все очень нравится. Хорошая погода все эти 3 дня была. Вот. Все... Я взял очки, то что большинство канадцев, как я заметил, ходит в очках. И чтобы не выделяться, так сказать, приобрел себе тоже. Вот. Все круто. Сегодня натянул струны на гитаре. Там одна струна порвалась, но вот не хватило длины, чтобы перетянуть ее. Ну, правда, мне пришлось для этого перетянуть ее на ближний колок, а другую струну на дальний. Чтобы хватило длины для этого. Зато все работает и можно спокойно играть. Все круто. Планирую сыграть тетя Таня, тетя Юра. Вроде как они должны знать русский рок. Вот. Завтра поеду обратно в общагу. Что-то покушаю и буду готовиться к первому рабочему дню. Пока мне все нравится. Вот, все круто. Скорее всего, буду жить у тети Тани после месяца проживания в общаге. Вот. Вот этот гараж сейл, где я купил все эти вещи. Просто офигенная штука. Вообще, все люди выносят вещи. Некоторые вещи очень крутые. Тупо выдают половину вообще for free на халяву. А половина очень дешево. И можно торговаться, и они спокойно торгуются. То есть люди это делают не из-за того, что у них нет денег, а просто чтобы избавиться от лишних вещей и получить удовольствие от общения. В общем, вообще easy. Вот, как-то так. А мне еще с собой дадут скороварку. Так что готовить будет еще проще. И чайничек, конечно же, купленный, мне тоже поможет. Вот. Ну, как-то так. Еще гулял. Очень хорошая... Природа здесь очень зелено. Все очень круто. Очень много зверей. Тут эти бегают белки. Белок очень много. Просто нашествие какое-то. И всякие там хорьки. Такие крупные. По-моему, мне сказали, что это барсуки, но они коричневые. Вот. Сейчас скоро будем кушать бургеры. Вот Лена пошла в магазин за дополнительными ингредиентами для бургеров. Вот. Ну ладно, на этом, наверное, буду заканчивать. Потому что скоро уже придут люди. Вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.